Приветствую всех, мы продолжаем нашу зомби-апопею. Вот. Недобитки райдеров, за которыми гоняться не стали, к сожалению, пришли к нашей базе. Поганят жизнь и шкодят. Так, гоняться за ними. Ну шо ты, дура? Пришла. Спрашивается, тебя сюда звали. Так, что мы можем тут? Бинтиков нет. На базе почти 300 бинтиков лежит, а у меня не у всех бинтики имеются. Да. Ну, намотай себе бинтик. Да ну, давай. Давай, использовать. Вот. Молодец. О, погоди, что там? Несколько оленей надо. Я не понял, зачем тебе надо несколько оленей? У нас чего? На пищу, что ли? Неужели ты начнешь автоматом разбирать оленей? Да, ну вот, к большому сожалению, назначаешь охотника, он только кроликов из ловушек собирает. О, кстати, да. На-на-на. Посеву, ладно. Но еды у нас должно хватать. Еды у нас должно хватать по-любому. Тем временем. Они там что? Где так делают? Тем временем. Ну, спят двое в одной хате. Ну и что? Бедная девка уже ободрала себе всю одежду, чтобы раны как-то залечить. Да, вот дерьмо, я тут не согласен. У этого с луком проблемы, конечно, конкретные. Пацана. Это ж лук особый. Так что ты не надейся, для него не слишком далеко. Оп, карту. Тихо, все спокойно. Да. Это там было очень близко, девонька моя. Ты могла бы сдаться и жить. Ну, чувака с луком вообще. Никак он даже в голову целиться не может. Че у тебя? Не, ну в потенциале лук у него должен развиться неплохо. У него, у нее, ты поймешь, что это. Балаклавы на всех поодевал. Не-не, ну мы-то тебя не потеряли. Милочка моя. Бежала б куда-нибудь. Да, вспоминается такой замечательный фильм «Людоед». И там была конкретная фраза «Бихи». Советую найти, посмотреть. Ну. Да, ну. После общения со зрителями, спасибо за комментарии, частые, постоянные практически, с советами, с обсуждением. Вот. Очень интересно читать, очень интересно общаться. Да, но большая часть зрителей, конечно же, хочет видеть какие-то боевые моменты. Ну ладно, пускай мальчик возвращается. Мальчик, девочка, ты кто? По глазам вроде девочка, там хе поймешь. Нет. По-моему, девчуля все-таки. Ладно. Да, ну бытовуха там. Может быть, важно показывать постройку каких-то важных вещей там, ну не знаю. Для крафта, еще для чего-то.
Ну, так, в принципе, действительно, наиболее интересны моменты. Ох, кто-то у нас замерз, да? О, курочка замерзла, да, спасай курочку, блин. Как курочка выбралась из города? Блин, она голодненькая. Спасение рядовой курочки. Спаси курочку, спаси. Я особо сильно не вдавался вот это куроведение. Можно ли их больше сделать? Игра в курицу. Да, согрей курочку, согрей. Жесть. Что там? Еще одна курочка замерзла. Или это все та же? Зои в беде, я иду на помощь. Я спасу тебя, курочка. Жесть какая-то. Что, она с голоду сдыхает или чего? Не, она замерзла. Курочка у нас замерзла, реально. То есть, ну, такая ржака, блин. Да. Так, где у нас тут выжившие? Кто у нас тут на базе курочку не спасает? Это этот курочку спасает, чувак. Спасение курочки, ладно. Забрось ты эту курочку, сдохнет, ну и я на нее. Так, где у нас? Выжившие. Стойте! Стойте! Я спасаю курочку, а вы важнее, вы же люди. Я спасу вас. Стойте! Стойте, мои дорогие! Стойте, мои любезные! Да писали в комментариях, что как-то в беседе можно посмотреть на характеристики. Не понял, не разобрался. То ли Б надо нажать, то ли что. Либо это посмотреть на своего какого-то чувака. Можно. Какая-то ты спитая вся из себя. Как тебя зовут, алкашечка? Валерочка. Старушка. Смотри. Мы установили лягушек. Да, лягушек мы поставили. Ловушки. Будьте начеку. Пойдем с нами, Валерочка. Ну и пошла ты нафиг. То есть, ну, будем приглашать только тех, кто хорошо ведется. А что это за матрица у нас тут? Как тебя зовут, матрица? Кэролайн. А я думал, ты это, господи, три не три. Думал, что ты три не три. Молодцы. А мы можем позаботиться о вас. Ну и иди к своему Нео. Как тебя зовут? Малахия. Да, так библейский закоулок. А то на чем? Ну это ж не Солт Клей Сити. Ну, идите. Идите, умрите все вместе. Да. О. Ты не хочешь пить? Ну, типа, киркой прорубить. Приказами. Я понял, а киркой топором, типа, нельзя прорубь сделать. А, извините, вы американцы. Вы просто до такого додуматься не можете. Ох, етить колотить у меня в этой колонии, сколько народа засело. Надо тебе что-нибудь? Ну, надо, иди за чем-нибудь. Пока у нас затишье. Пока затишье. Ну, вот, пока идет мирный период игры, могу показать, ну, как, по крайней мере, у меня вся игрушка происходит в 2D-шном практически варианте. На карте мы смотрим. Да, я вот смотрю, как мои ребятки бегают по окрестностям, там, по своим делам, по своим заданиям, дерево там рубят, что-то еще делают. А, уже говорил, охота построить по основным траекториям движения форпосты. Ну и тоже, глядя на все это дело, мысль иногда приходит в голову, ну почему, почему нельзя сделать... В игрушечке, я не знаю, либо строение, либо еще что-то. Да, на башне там можно
прописывать задачу охранника, человек там какое-то время будет тусоваться в этой башне и понаблюдать. А вот такое здание хотелось бы иметь, ну типа вот бойцы, где будут сидеть, казарма, не казарма, там охрана, чтоб они следили за всем происходящим. Но если кто-то покидает безопасную территорию базы, вот 2-3 человека за ним бы следом ходили, пока он там пошел дрова рубать. Ну это так, это мечты, размышления. Кто-то кроликов пошел у меня пугать. Да, дровишки рубит. Ну вот, вот в этом районе Адриано Франки, судя по всему, рубит дрова. Главный мой персонаж что-то с... Ух ты ж, ёшкин кот. А вот тебе и здрасте, да? Вот у нас появились зомби, которые идут аккурат к моей базе, где скоро будет встреча. Поэтому тормозимся. Берем Андрюшу. Андрюша Франки. Ты у нас кормушку кормишь животных. Да воду кто-то им дает. Так, что у тебя с параметрами? Огнестрел у тебя неплохой, да? Поэтому, Андрюшечка, мы сейчас засейвимся. И погоним тебя, Андрюшечка, разбираться с зомбушечками. Тихо, моя радость. У нас дробовик. Шибко больно шумящий. Идем мы не в ту сторону с тобой. Ну, понятно. Топографический игрокретинизм. Зомби идут сюда, зомби идут к базе. Что у нас с ловушками? С ловушками у нас, ну, очень нехорошо. Ну так иди грейся, Ланочка, иди грейся, если тебе сильно холодно. Я тебе доктор или как? Придется ждать, пока не подойдут поближе. Так, что ты у нас делаешь? Ты у нас дровосечка. Ты у нас дровосечка. Слушай. Будь еще охотником. Вам нужна лопата. Блин. Ты сама не можешь это, лопату взять. Найти где-то на базе, где лежат лопаты. О, и смотри, 7 лопат. Тебе нужна лопата, 7 лопат разы бенечки свои. Пойди возьми лопату автоматом. Тафай, девочка, тафай. Ты должна копать траншеи. Ты должна устраивать оборонные линии. У тебя топор нет? У тебя есть топор. Иди вот, руби дерево. Оно тут рядом. Ты пойдешь на базу рубить дерево. Я тебя не понял вообще. Да я знаю, что они идут. Ты видишь, я трудяюсь. Ну, ты у нас еще к тому же лесоруб, и ты идешь на базу брать дерево. Срубить тебе его вот не судьба. О, ой. Ты ж так и скажи. Ты глупый господин начальник. Товарищ командир, ты совсем... Дупля не отшибаешь. Тебе идут зомби. И что ты делаешь? Ты заставляешь меня рубить дерево. Когда надо оставить для зомби приманки. Они придут сами, пойдут кушать, и они найдут все это добро. Ты смотри, сколько жирного мародера можно срезать мясо. Если все это мясо понакидать вот тут, вот здесь, вот прямо на ловушке, так это же будет самое оно. Где у нас мясо? Ой, аж аппетит у меня поднялся. Свежее мясо, немножко его подсолить. Да, да, вы все кинулись делать ловушки. Время перекуса. Потом... А, ну, я тебя понимаю, ты только что вскрыла много-много мяса. У тебя аппетит, да, у меня тоже аппетит поднялся. Ты даже не знаешь, как... Так. Где вот это? Где вот это тело, которое надо... Ну ладно. Зомби рядом. Зомби здесь. Поэтому мы делаем вот так вот.
Мы сохранимся. Дровосек, гомосек, а ты ж топором. В лесу раздавался топор дровосека. Топором он любил, любил гомосека. На, да не, там что у меня раскидано, там же я мясо не кидал. Там стрелы? Или нет? Так я смотрю там куски, ой, это еще с того, как эта база была вражеской. Ой-ой-ой-ой-ой. Как нехорошо, когда вражеская база была, я раскидывал там много-много мяса, чтобы приманивать к ней зомби, и сейчас они идут по этому вкусному следу немножко подгнившей свежины аккурат к моей базе. Не-не-не-не-не. А тут смотрите, какая гора трупов лежит. Все это надо вот... Теперь убирать другое место, совсем другое место. Смотрите, ты чего стал? Ты либо рубишь дрова и делаешь ямы. Ты что сказал, нищая сука? Слушай, если бы не война зомби, я бы тебе это все вспомнила. Вот ты честно заплатишь. Тебя зомби будут есть, я тебе не помогу. Нищая сука, ах ты ж. По социальному статусу смотрим. Да чтоб тебя зомби разодрали. Чтоб они твою душу насиловали в аду. 3000 лет. Что стоишь? Ты будешь прикормкой для зомбей. Лидочка. Ну ты же знаешь. Ты меня знаешь, тебе не жить. 1000 ответишь за свои слова. Несчастный. Смотрите, тут жирная мордая Лидочка стоит. Ешь ты ее, ешь ты эту штучку. Буржуйка. Она мне сказала такие слова. Она смотрела мне в глаза. Что ты, сука, выжила? Как жалко. Как жалко, честно, я очень жалко. Не люблю я таких людей. Я ж тебе бинта не дам, когда тебе пузо разорвут и кишки ты за собой волочить будешь. Я ж тебе сама сучку ночью стеклом битым зарежу. Ну вот, такие у нас события происходят. О, у нас еще не все кончилось. У нас далеко не все кончилось. Нищая сука. Да я с тобой даже говорить не буду. После того, что ты мне сказала. Я не знаю, как вот так вот можно. С людьми. Нищая сука. Ты на себя глянь. У тебя все в жизни сейчас хорошо. Ты сейчас кто? Ты сейчас где? Ты сейчас корм для зомби, точно так же, как и я. И ты мне говоришь, что я нищая сука. Фу. Да ну это вообще, я не знаю. Это меня расстроило. Это меня реально расстроило. Как вот так? Мы все вместе, жопа к жопе, блин. Плечо к плечу, пытаемся выжить. И ты мне в глаза говоришь. Не, ну если у тебя есть проблемы, тебе кто-то нравится, ты считаешь, что я перешла тебе дорогу, ты так и скажи. Мы поговорим, обсудим. Меня вообще никто не интересует, я просто хочу тупо жить. Ну, жрать иногда, пописать, покакать. А ты меня называешь нищей сукой, за что? Не-не-не, это вообще. Да горите в аду. Это все твари исключительно из-за вас. Не, я завела. Я честно говоря, завелась. Ты меня еще кусаешь. Сосать ты меня будешь. Недолиза гнойный. Фу. Не, я еще не успокоилась.
Честно говорю, я еще не успокоилась. Вот такое мне сказать, глаза. Фу. Нищая сука, за что? Ну вот, да, такой вот эпизод. Дальше у нас еще и красные зомби идут на базу. Вот так, я немножко подуспокоился. Да. Мне так играть интересней. Вживаясь в роль каждого из персонажей, где ты тут у нас? Кто ты у нас? Что ты из нас? И из нас, да, и что ты из себя представляешь? Ой-ой-ой, ты вообще парнишка никакой. Травосек, фермер, повар. Ищем, кто тут у нас будет поживучий. Для зомби под злодолбучие. Ох ты. А, это Купер Уильям? Нет, погоди. Это сторож бдящего, который у нас пытается что-то... Что-то построить, что-то сделать. Но ему таки бедному не дают. Так, ладно. У меня 4 карты. То есть посмотрели, куда он смотрит своей мордой. Так, если не ошибаюсь... Ёшкин кот. Это я люблю в клавишах путаться. По идее, тебе идти надо сюда. Сохранялочка у меня есть. У нас тут есть ловушки. Ну, ловушки однорядные, конечно. Слабая это. Слабовастенькая защита. Так. Еще раз на карту. Ну, нам показывает, куда камера смотрит, а не персонаж. Поэтому да, вот они идут прямиком на нашу базу. Ох, да ну вас еще, ой, елки, блин, вообще. Позволит себя ранить. Нет, нет. Это красный штамм, это был красный штамм. А, у меня есть ширка, есть. Да. Пинты. Да. Фу. Ну, пока не так все плохо, но новое сохранение. Сохраняемся. Так. Надо зомби направить туда, куда надо. Их надо заманивать на ловушки. Нам все это принесет много хорошего и полезного, если удастся разобраться с этим так, как надо. Да ну, задолбали вы этими надписями в центре экрана. Да ну, неужели нельзя было расположить их как-то поудобнее? Ешьте, моя милая, ешьте. Да еще ты, падла, рубишь тут дрова. Ты сейчас же пойдешь, блин. Ну вот вообще ты классно. Ты мне все испоганил. Ты мне все просто испаскудил, идиот. Спасибо, блин, тебе, друг, товарищ и брат. Я ума нету вообще ни на копейку, блин. Ты увидел зомби, убегай, блин. Рядом база.
Ценные дробовые патроны. Твою мать, блин, откуда ты вылез? Идиотина, блин. Долбучая. Ты видишь зомби, рядом база, башни, ловушки. Хули ты лезешь туда? Вот скажи мне на милость. Мне таки нервов не хватит. Такой идиотской команды. Таки сильно осмелел. Этот идиот, не бал, он пришел. Блин, понимаете, идиот. Да, блин. Сука, кретины, блин. У меня напалм есть, нету напалма, нету. Метательно ни хренище нету. Эх, где мои ловушки, пока идиот не пришел? Надеюсь, зомби надписи не умеют читать. Эй, зомби, я здесь. Идем за мной, пацаны, я здесь. Я очень вкусный, во мне много жира. Я просто феноменально вкусная закуска. Ты идешь за мной? Зомби, иди за мной. Мы не отвлекаемся. Мы идем кушать. А в жопу группу беженцев. И тебя вместе с ними. И что, так и на этом все? Не-не-не, у нас еще есть один. А я на тебе отдохну. Ты просто не знаешь, как я на тебе отдыхать буду. Ну, укуси меня. Он меня укусил. Я просил, он меня укусил. Мне еще раз укусил. Ну, а там еще не все. Броня на зомбях, бронезомби. Ты
Слушай, я столько много раз укушенный, что у меня уже должен возникнуть иммунитет. Не успел. Не успел возникнуть иммунитет. Бам-бам-бам. Их таки-то много оказалось. Не-не-не, почему не рассмотрено? Кусают, лечатся, все, иммунитет и все, и кусайте меня сколько хотите. Главное, не откусите самое главное. Чести достоинства Родины. Оно еще и в крагах. Оно еще и в крагах. И что у тебя там для кого есть? Не влезь, дай поиграть спокойно. Не влезь никуда. Удодина. Почему зомби не говорят ом-ном-ном, когда едят? Твои ловушки еще остались. Ой, куда я бегу? Скажите мне, куда я бегу? Я бегу совсем не туда. Ай-я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 й
Чук-чук, я в домике. Сосните. Пудинг. Я вам понасливаю, вы его. А у тебя шапочки где-то. Ты без шапочки, иди сюда. Давайте, разбирайтесь. Я вам привел много чего полезного. Что там у кого-то? О, господи, и тут, и там. Не, тут вроде все спокойно. Что, кого ты увидела? Что ты мечешься? Что такое? Что-то на базе. Что случилось? В чем натуре ты такая нервная? Ты испугалась беженца? Прячься, прячься, тут зомби. Носатенький, прячься. Да ладно, я тебе верю. Пойдем на базу. Ну все, вроде бы проблему решили. Моего, конечно, главного персонажа покусали, погрызли там все, что можно было, обглодали. Пару раз даже кусали за интимные места. Вот. Боюсь, что это ему понравилось. Так что вот. Вот так вот наше зомби выживание проистекает. Фермеры мои сидят, им бы еще вторую работу назначить, хотя бы лесорубом. А у нас еще красные зомби где-то есть. Где папа? Это наш. Погоди. Это что это? Не-не-не, где наш папа? Где наш большой папа? Уже говорил, что можно вот так вот сделать, да. Тринь. И вот наш большой папа. И он очень смелый. Очень смелый. Очень возбужденный. У него вообще никакое социальное общение. Да ни с кем, да ну нифигища. Все, он настолько вот выживает. О колонии заботится. Он просто. Об себе, об личной жизни позаботится. Да ну нету времени. Все, тупую. Тупую. Все для родины. А потом будут судить. Культ личности там. Еще какая-нибудь фигня война. Неправильные действия во время того и сего.
Вот такой вот он плохой, нехороший. Отдай одну катану. У нас ее собирают, собирают. Да возьми. Воздушку бы ее не возьмут. Попей водички после такого боя. Судить будут все. Больше всего судить будут те твари, которые сидели по своим норам, ничего не делали. На кухоньке. За кофейком, там, за чем-то. О, обсуждали судьбы мира. Ну, сраку не подорвали, чтобы эти судьбы как-то поменять. Вот, а тем более помочь нуждающимся. Поэтому, да, и сторожа бдящего, у которого вообще на личную жизнь времени никакого нет. Он раненый, изодранный, обкусанный. За интимные места, попрошу заметить, зомбями. После чего зомби ему стали немножко дороже выживших. Вот, он идет работать. Он продолжает делать дело. Он будет крафтить. Ему на все насрать. Ему главное, чтобы людям было хорошо. А как его судить будут? А пускай его кости потом трахают, блин, крысы. Ему похрен. Так, ну продолжаем наше выживание. У нас тут какие-то бомжи трутся. Заходите. Не, я понимаю, у меня невидимый штамп не назначен. А вот такие вот пришельцы, в принципе, с невидимым штаммом могут серьезные проблемы устроить. Как тебя зовут, детка? Ты такой полненький. Тебя схарчить можно будет. В случае чего. Вот не знаю. Ну писали. Нет, ну на Б нажимаю. Смотри, я тебе книжечку подарю. Так. Как насчет присоединиться к нам? О, да, у меня новый ежик. Этот ежик будет жить с нами, твою дивизию. Ладно, будем разбираться с ним потом, дайте навестись. Как тебя зовут, мой милый? Ну, смотри, какой ты. Не, ну. Так. Из группы System of a Down, но не Серж Танкисян. А как пойти с нами? Ну и не надо, у меня и так перенаселение. Так, F2. Не, только не говорите, что где-то начинается какая-то война. У меня новенький. У меня куча гемора в голове сейчас будет. Да, Ян Маклур. Ян Маклур. Так, погоди. Перестань следовать за мной. Спасибо, что приютила. Он такой харизматично видит персонаж. Довольно интересная внешность. Так, что ты себя представляешь, Ян Маклур? Медик. Ты у нас докторишка и фермер от бога. Ну, почти от бога. Огнестрел. Полезное приобретение. В общем-то, достаточно. Пока у нас затишье, буду заниматься геморроем. Да, я хочу построить гиперпоселение, вот честно говоря. Стой, друг! Эти... Люди, они приютили меня, это добрые люди. Вообще, как у тебя дела? Все было хорошо, но почему ты не захотел присоединяться вместе со мной? Да, и улыбаешься ты. Давай, пойдем со мной, тут классно. Тут калки. Да, молодец. Я повешусь, честно говоря. Ну, я не персонаж, а я здесь, я повешусь. Честно говоря, повешусь, ну, поставил себе такую цель. Я хочу построить уже не поселение, республику, государство. Почему? Потому что чем больше поселений, тем больше зомбей валит к нам. О, да. Я хочу узнать, что у нас за день недели, ноябрь. У нас снег, дождь. Всех колбасит, эти перемены погоды они заколебали. Боже, 5000 стрел у нас. И пануться. Так. Ян Маклур.
Ты медик, повар, и почему-то прочиталась пивовар. Лучник, стрелок от бога, блин, да, фермер, блин, вообще, ближний бой. Ну, классное приобретение, ладно. Что ты из нас? Ты стрелок и строитель. Мне механики хорошие нужны, да, много чего надо будет делать. Ну и стрелок ты тоже неплохой. Да. Вот, вот реально, сейчас просто новое назначение, одевать, обувать. Ну, это вы видеть не будете. Чтоб часть гемора игрушки показать, это можно было бы и сделать, записать, но, наверное, этого делать не буду. Поэтому встретимся, когда начнется что-нибудь такое там поинтереснее. Ну, интересное себя ждать не заставило, хотя наш Эдисон, ну, никакущий стрелок. А? Так. Ну, вроде бы как отбились. Победить не победили, но отбились. Боже, сколько у тебя бутылок-то. Чувак, ты цел? На, две раны у него, да? Так. Ну, отогнали. Ну, у нас тут толпа собралась погреться. Так, выложи, выложи бутылки. Нафиг тебе их столько. Что за задание? Шахтер. Ну, тут у нас гости. Потом погреешься. Пошли гостей встречать. Ты один? Порода. Да, у тебя совсем мало. У меня. Бог его знает, что у тебя на уме. Вдруг подкрадешься из-за кустов и сильничаешь меня красивую. Вливайся в коллектив. Нам надо устраивать зомби-апокалипсис. Пойдешь с нами? Ну какой ты. И подарочек тебе надо. А как тебя зовут? Меня вот зовут Мия. Ты Джастин, да еще и герцог, ох, ёшкин кот. Ты из некоролевской династии. А как, не болит ничего? Вот топорики есть, мы быстро полечим. Ну и... Ну и пошел. Так. Он не хочет присоединяться к нам. Ну не хочет и не надо. Ай, Тишкин колотишки. Стой. Сделай костерок. Ну пока на карту глянь. Ну, пока относительно тихо. Опять тишина. Возвращаются они, то ли чтобы осмотреть своих друзей, собрать, похоронить. В машинке сидит, да? Он сидит в машинке. Только разве что морковка его повыманивать.
Чувак, выходи, я знаю, ты там. Типа он от нас спрятался. Так, что, нету у тебя тоже, да? А жаль. Нам бы сейчас один коктейльчик Молотова не помешал, чтобы оттуда выкурить. Все обыскано. Ладно, иди занимайся своими делами. Тут у нас кто-то необысканный. Стой. Стой. Глянь, тут добро валяется. Дальше. Пульки не взяли, а почему? Пошли наши ремесленники трудиться. Да, ну пока затишье полное. Так, наш Эдисон Хау пошел рубить руду в дальнюю даль. Но тут вот мародер. Да, два мародера. Бегут, боятся. Ну ладно, отогнать отогнали. Пусть их. Гоняться с одним пистолетом и патрона у нее там маловато как-то. Ух ты ж. Ух ты ж. Беленькие идут. Идут беленькие у нас. Кого ж можно послать на разведку с беленькими? А ты что, друг мой, стоишь, не работаешь? Там стрелы у тебя есть. Огнестрел, лук никакой, да? Пошли. А, ты фермер у нас на паузе. Что ты еще можешь делать? Еще можешь быть поваром, да? Так, у нас беленькие-то. Будем тебе лук тренировать. Ходи на разведку. Ветер как раз на беленьких дует. Да как-то их бы обойти. Ну, разберитесь. Есть банда рейдеров, разберитесь. Так, так, так. Ветер, ветер, ветерок. Чувачка он уволок. Да я понял, да. Ну, тобой как раз. И управляем. Пойди, найди лопатку. У нас все должны трудиться. Ой, а у нас гора. Так. Ты лучник не какашка. Услыхали, сволочь. Попадишь ты хоть раз. Вообще косорылит. Ай-яй-яй. Ну хоть одному попал. Безрезультатно. Желаемого результата это не принесло. Да замрите вы хоть на мгновение. А? Для этого нужны вот куски мяса. Дабы их можно было отвлечь, чтобы они
затихарились там на мясе на своем кавать сели. А это вот уже нехорошо, блин. А нет, ну, все. Пропал. Чувачка не стало. Смотрим. Где они у нас тут? Белые ходят. Ну ты, Кристина, у нас что из себя представляешь? Тоже ничего. И стрел у тебя мало. Пойдем тобой. Пойдем, пойдем, пойдем. Гля, еще и полезности нашлись. Так, идем, идем, идем. Так, давай. Давай, Аланочка, не подведи хоть ты. Надеюсь, он таки охромел. Да твою мать, да убери эту надпись. А, ты ж можешь к себе так привлечь. Давай. Да замрите. Не, можно сейчас, конечно, им приемничек кинуть под ноги. То, что ты, блин, а меня заманили в засаду, ай, меня укусили, да, блин, что ж мне так с этими зомбями-то не везет. Белые загнали меня на голубого. Увидела.
Да. Да не кусай меня, блин. Мать, блин, не хай. Цель бери, дура. Да ну нахрен эта надпись, блин, задолбали уже. Ну хоть выхрамили. Иди сюда. Не хочу я ножки мочить. У нас ноябрь, а то и декабрь уже. Это у нас ближний бой никакой. Зайчука принесли. Где второй зомбяк? Речка непрозрачная, грязная. Ну, блин, что там происходит? Зайчика взять не можем. Какая жалость, а? Так, главное тебе на голубого не нарваться. Давай, белка, отстреливайся. Сейчас я поднесу зомбика, у него просто зайчик. У него зайчик, одежь какой, какая. Жалко кидать добро. Давайте, ребята, давайте, вы можете. Я иду, иду, бегу на помощь. Несу зайчика в зайчике. Один зайчик дохленький, тухленький, а другой зайчик лежит более-менее свеженький. Сейчас, ребятки, о, да вы там справляетесь. Молодцы. Ну, там зайчик будет лежать, тут зайчик. Ой. Я иду, иду, иду. Иду. Ух. Ай, мяу! Нет, я от зомбиков ушла. Вы не смеете меня убивать. На. На. Полетел. Чувак. Больно страшно. Таким ножакой страшным пришел, ты меня напугал. Раз. Так, патроны хоть возьми.
день у нас. Ух, трехзвездочные, блин. Надеюсь, это они были. Надеюсь, это были они. Что, эти стрелы закончили, что ли? Вроде должен был поднять. Нет, есть стрелы. Во. Мне нужна лопата. Ну иди ищи лопат на базе, хоть торгуй же ними. Не, я одна, вы меня боитесь. Ой, красный зомб. Главное сильно не увлечься этой погоней. Вот добежишь, потом домой не вернешься. Что ж ты так косишь? Ну, этих мы отогнали. Что ты у нас делала? Ты у нас на паузе, да? Ты у нас сидишь на паузе. Возвращаться домой ей, блин. И покушать даже не дам. Блять, да, давненько этих друзей не было. У нас мародеры нарисовались. Это получается недобиток какой-то мародеров. Где-то, видать, тоже кто-то разнес бандочку мародерскую. Ну, раз она в поле одна. Совсем одна. Так, тише, у меня есть палатки. В какой-то палатке должен лежать новый автоматик. Все-таки уже успели сделать. Где палатки? Где палатки? Тут нет палаток. Блин. Зря только шел сюда, да?
Ну, блин, и косишь ты так. Загоняй ее, ату-ату. Загоняй мародеров. Им пощады нет. Гони ее, гони, мародырка. Стой, сучка, я тебя все равно догоню. Хуже будет. Свежевать заживо буду. Тебе вспомню все ваши налеты. А, на зомби бежать не хочешь? Тебе уже никто не поможет. Гони ее, гони. О, кровотечение. Извини. Ух ты ж, у нас белые зомби, да, на горизонте. Сколько ж добра у нее, а? Сколько у нее всякого добра. Блин. Кого ты там увидел? Главное на зомбя не нарваться. Ох, ёшкин кот, а. Попали тут мои пацаны под раздачу. Так, а ну. Тот на белого зомбя может нарваться, эти тут попали. Но мне повезло, что у одного только ствол. Толпа пришла, нет. Двое со стволами. Так. Успеете вы добежать, нет? Вам через них придется бежать, да? Совсем это нехорошо. А куда ты, блин, долбаные пни эти? Ай, одного убили, блин. Очень нехорошо. Придется переигрывать. Одного мы потеряли. Ценного бойца. Ему оторвали сразу два. Ля-ля. Не сдается наш гордый варяг. Тарим трам пам пам трям пам пам пум пум. Да, печально. Ну, наверное, на этом мы серию закончим, потому как я сильно увлекся и поближе не успел сохраниться. Вот. Пока у нас тоже небольшое затишье перед бурей. Ну, как видите, мародеры прочухались, проснулись немножко, и скоро они к нам придут. Ну, надо будет подготовиться хорошенько. А на этом я с вами прощаюсь. Всего наилучшего. Здоровья. Играйте в хорошие игры. Не болейте.